Любимые, привет! Сегодня с вами говорим про детоксикацию. Может быть, вы передадите это видео тому, кто ищет этот момент. Многие думают абсолютно то, что детокс, называйте как хотите, главное, чтобы вам помогало, может сам по себе проходить, потому что сейчас очень модно говорить, ну, у вас же есть органы, которые его выполняют. Да, конечно, они есть, но у некоторых они выполняют настолько некорректно свою функцию, что, грубо говоря, очень многие себя чувствуют, ну, прям-таки не камильфо. Поэтому схема для улучшения фаз детоксикации и оттока желчи в этом видеоролике я озвучу. Есть люди, у которых есть проблемы с желчным, есть те, у кого он удален. Это очень разные вещи. И при камнях в желчном одна история, а при его отсутствии совершенно другая. Конечно, во многих случаях, когда мы с вами говорим про печень и желчный, то у некоторых даже есть полипы. И здесь мы говорим не только про добавки, такие как таурин, глицин, кому-то коэнзим, пищеварительные ферменты, для того, чтобы еда не была, грубо говоря, токсином при гипохлоргидрии или при других вещах, важно действительно эту вещь добавлять. Еще один момент – это знание того, в принципе, что вы можете сами сделать. Кроме приема биологически активных добавок для нормализации детоксикации, стоит вообще, в принципе, думать над снижением токсической нагрузки. Слово «токсины» происходит от слова «яд». Токсические вещества могут попадать в организм из внешней среды, с водой, с воздухом, экзотоксины. Они, в принципе, образуются и внутри организма. Бактерии, вирусы, грибы, паразиты, эндотоксины и интоксикация – бич современности. Виной есть сложная экологическая обстановка, несбалансированный рацион, постоянный стресс. И когда они накапливаются в организме, токсины вызывают, грубо говоря, его интоксикацию, в результате чего уменьшаются возможности просто адаптации к саморегуляции. Ну, это и так ежу понятно. В случае хронической интоксикации симптомы мгновенно… Просто некоторых апатии, у некоторых головные боли, хроническая усталость и слабость, тяжелый сон, вялость. Проснувшись утром, человек не чувствует себя бодрым, на работе быстро устает. В общем, память, острота, восприятие, все страдает. Это и так понятно, надеюсь. Детоксикация – это суперважная история. Грубо говоря, писить, какать, по-простому вам говорю, это очень важно. Некоторые люди живут с хроническими запорами. Это очень большая проблема, потому что… Ну, потому что это определенный способ также избавления от накоплений. Процессы детоксикации происходят в почках, в желудочно-кишечном тракте, в легких, в коже. И качественная детоксикация крайне важна. И, конечно, всеми возможными способами не перегружать печень. Позаботьтесь о чистой питьевой воде. Избавьтесь от пластика. Поликарбонатного пластика, он тоже может выделять бисфенол, обладающий эстрогеноподобным действием. BPA может вызывать генетические повреждения. Используйте максимально натуральные средства для уборки и косметику. Животных, которых выращивали в условиях ограничения содержания, по-русски как это, TAFO, ну, в общем, кормят кормами с пестицидами, и токсины накапливаются в их мясе и жире в течение всей жизни. Когда вы едите мясо, полученное промышленным способом, вы глотаете накопленные пестициды. То есть, когда вы выбираете мясо, постарайтесь на это обращать внимание. То есть, есть вещи, которые мы легко получаем с мясом, да, там B12 очень классно. Но вы должны быть уверены, что вы не покупаете… грубо говоря, себе дополнительную болячку. Потому что сейчас много нутрициологов, ой, как полезно есть печень. Конечно, полезно есть печень. Если это
печень здорового животного. Если это печень больного животного, то человек будет болеть несколько месяцев. Но это понятно, надеюсь. Поэтому всегда нужно думать. Еще один момент про печень. Детокс с помощью добавок. Я тоже снимала в одном видео, где кому-то нам нужен был для залечивания слизистой глютамин, комплекс Б, глицин, таурин. Да, мы говорили про витамин D по анализу. Все это важно, но важно понимать, что если проблема с пищеварением, нужно решать и пищеварительные ферменты добавлять, и если есть синдром Жильбера, то там добавлять и аллохол, и шрот расторопши. Ну, в общем, все это важно. Если есть паразитозы, то сначала разбираться с ними и таким образом бороться с этой всей историей. Кому можно, я рекомендую идти в сауну. Есть люди, которым просто это нельзя. Про глутатион. Самый важный антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы. Я тоже говорила в одном из видеороликов. Поэтому, кто может, поставляйте его себе в организм. Пока-пока.